Сравнивая дороги, которые были тогда и сейчас, ощущается, что это совершенно разные дороги. Например, вот эта дорога, Пятигорское шоссе, одна из важнейших дорог, на мой взгляд, в городе. По этой дороге многие жители, и мы в том числе, едем в аэропорт, минеральные воды. Эта дорога также ведет в близлежащие регионы. Я, например, езжу с детьми. Для меня очень важно, чтобы не только было комфортно в поездке, но и безопасно. Эта дорога в данный момент отвечает всем параметрам. Она и качественна, она и безопасна, она и комфортна. Я являюсь коренным жителем города Черкесска. Здесь живет моя семья, мой папа и мои дети. И мне не все равно, в какую сторону будет меняться этот город. Ну что, поехали в Пятигорск?